Один известный биткоин-трейдер предсказал, что цена биткоина достигнет 15 тысяч долларов до конца этого года. Как сообщает CoinTelegraph, трейдер, известный как MasterLuck, прокомментировал, что рассматривает восходящий тренд биткоина в долгосрочной перспективе, особенно после преодоления отметки в 3500 долларов. MasterLuck известен своими точными предсказаниями. Он также полагает, что биткоин достигнет цены в диапазоне от 40 тысяч долларов до 110 тысяч долларов в период 2019 года. Если прогнозы трейдера MasterLuck верны, к 2019 году появится много биткоин-миллионеров.